So let's get and begin to or finish with the last three groups, the last three verses or the last three churches. Итак, мы с вами переходим к рассмотрению последних трех церквей. And we'll start with the church at in Sardis, Revelation 3, 1 through 6. И мы начинаем с фрагмента в третьей главе с 1 по 6 стихи, в которой говорится о Сардийской церкви. Here was a church that was considered by the people around it as having a good reputation. А что это была за церковь? У этой церкви, по крайней мере, в окружающей среде было очень хорошее имя, была хорошая репутация. It says they have a reputation of being alive, but Jesus says you are dead. Здесь говорится в этом фрагменте о том, что для людей вы кажетесь живой церковью, но на самом деле вы мертвая церковь. So in my estimation, this church was pursuing image. Поэтому у меня складывается такое впечатление, что эта церковь стремилась создать некий имидж. And image, of course, is the focus on appearances. И естественно, что имидж обычно сосредоточен на внешнем. But that's what this church was doing. They focused on image. Вот эта церковь, Сардийская церковь, тоже была сосредоточена на внешнем, на создании имени. Usually Jesus has something good to say about every church, but this church there is no positive statement. Обычно, когда вот Иисус Христос обращался к какой-нибудь из церквей, он говорил несколько слов похвалы. Но в данном случае мы не находим никаких положительных утверждений. As he said in verse 2, you have a reputation of being alive, but you are dead. In chapter 3, verse 2. В первом стихе третьей главы написано: «Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Носишь имя, у тебя репутация живой церкви, но ты мертвая церковь». It's interesting that Jesus's solution to them is found in verse 2, wake up. Интересное решение, интересный выход из этой ситуации предлагает Иисус Христос во втором стихе, выраженный таким словом: «Бодрствуй». And of course, if you tell someone to wake up, that implies that they're sleeping. Буквально это означает проснись. Если мы говорим кому-то проснись, мы подразумеваем, что этот человек спит. And when you're sleeping, you are not aware of the situation around you, are you? Когда вы спите, вы обычно не контролируете и вообще не осознаете, что происходит вокруг вас. So they were not aware of the situation that they were in. То есть можно сказать, что фактически церковь даже не осознавала, в каком положении она оказалась. These people in this church in Sardis, they had a good reputation, but that means that they were impressing people and not Jesus. И вот этой церкви, Сардийской церкви, у нее было имя. Иисус говорит: ты носишь имя. То есть они пытались создать впечатление на людей, но впечатление на Иисуса Христа таким образом создать не смогли. Everybody said, "Wow, what a great church!" То есть представьте себе, что все говорят: какая прекрасная церковь. You had a wonderful worship team. У них прекрасная группа прославления. You have great PowerPoint. У вас прекрасные презентации в PowerPoint. Wonderful chariot races. Когда вы проводите соревнования, гонки по колеснице, у вас просто все замечательно проходит. The pastor dresses in the finest clothes. У пастора самая хорошая одежда, очень качественная. But they weren't impressing Jesus. Однако всем этим Иисуса Христа они не могли удивить и впечатлить. He says in verse 4, you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Однако в четвертом стихе он говорит следующее: впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих. You will see this over and over again in the book of Revelation. И время от времени вы будете видеть эту вот мысль в книге Откровения. White, clean, shining linen stands for righteous action. С одной стороны, будут чистые льняные белые одежды, которые символизируют праведность. Dirty clothes. С другой стороны, будут оскверненные одежды, и это символизирует нечестие, неправедность. So you ask, well, what were they doing wrong? Итак, тогда мы задаем себе вопрос: что же неправильно делала Сардийская церковь? Где же она заблуждалась?
It doesn't say specifically, but we can know that it was anything less than God's best. То есть, что мы можем сказать? Конкретно, в общем-то, ничего не можем сказать, кроме того, что они выбрали нечто меньшее, чем самое лучшее от Бога. То есть их выбор был неправильный. Вместо самого лучшего, что мог предложить Бог, они выбрали что-то не такое уж плохое, но меньшее. See, they were choosing the system of man. Можно сказать, что они выбрали человеческую систему. And because they did, they impressed men, but did not impress Jesus. И благодаря этому они могли создать хорошее впечатление на людей, однако не на Иисуса Христа. And so he encourages them to change their behavior. А он также призывает их изменить свое поведение. And he shows them the path of repentance. И показывает путь покаяния. Verse 3, remember therefore what you have received and heard, obey it and repent. И вот в третьем стихе мы видим эти слова: вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. You see, it's not enough to know what's true. А недостаточно только знать истину. We have to actually put the truth into practice. А нам необходимо жить в соответствии с этой истиной, то есть применять ее на практике. And so they needed to go back to their biblical roots. Поэтому им необходимо было вернуться к своим библейским корням. And they could not just know the word, they had to live it. Необходимо было не только знать слово, но они должны были и жить по нему. James says that Satan believes in God so strongly that he shivers, the hair stands up on the back of his neck. Иаков писал о том, что и сатана, и бесы веруют в то, что есть Иисус Христос, веруют в Бога и трепещут. But he doesn't believe or obey God. Но это не означает, что вот эта вот вера приводит к послушанию и повиновению Богу. Он этого не делает. So again, the reward is promised. He who overcomes will be acknowledged before God. И далее идет обещание вознаграждения о том, что их ожидает победа и признание пред Богом. Isn't it interesting that at the end of every one of these phrases, Jesus says the same thing? Интересно, что в конце вот каждого вот выражения Иисус Христос говорит одно и то же. He who has an ear, let him hear. В конце вот этих фрагментов он говорит: имеющий ухо, да слышит. What he's saying here is this letter is not just for the church of Sardis. То есть таким образом он говорит, что это послание не только адресовано Сардийской церкви. Everyone who hears this and is enabled by the Holy Spirit to understand it needs to apply it. Любой человек, который способен услышать это, а способен он услышать это благодаря действию Святого Духа, должен это применить в своей жизни. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.